многогранно увидеть спектр вариантов. Перенаправь вектор действия от негатива обратно. Проще прокумаренных парадных, самодеструкции стадных. В картину мира добавь яркие пятна. Ищи смыслы, спрятанные на поверхности бытия. За шторами нытья о том, как все безнадежно. Будет еще безнадежней, пока ты без верия заложник. Тесной комнатой страха внутри себя отгорожен. Но есть светлое, хорошее, которое ты, может, игнорируешь. Подтверждая минусность мира, получаешь выигрыш. В играх, в которые играешь, по моделям сценария. Попадаешь в аварию, одну и ту же воду варишь. Не замечаешь альтернатив, свой взгляд сузив точку, где вместо плюсов надгробные кресты. Но если статус лузер не в твоем вкусе, сними с шеи узел, не ходи по краю пропасти. Варианты выхода есть, почти всегда присутствуют. Выбор за тобой, нарисуем суть свою. Смысл есть всегда, и он может быть найден. Анализируй варианты, анализируй варианты. Варианты выхода есть, почти всегда присутствуют. Выбор за тобой, нарисуем суть свою. Смысл есть всегда, и он может быть найден. Анализируй варианты, анализируй варианты. Ты жив, в целом здоров, это уже здорово. Значит, есть шанс порвать цепи, увидеть все по-новому. Оставить сломанными заслоны на пути к равновесию. Миссия выполнима, главное — действуй. Возьми ответственность за последствия сделанного. Смело открывай двери тому, что пока что за пределами. Нам велено родиться счастливыми по умолчанию. Но вскипятили психику отчаянием в социум отчаяния. И пусть изначально не все от тебя зависит. Некоторые условия вписаны вне твоей воли. Но более чем достаточно поля твоих ресурсов, чтобы отбросить мусор идти желаемым курсом. Менять по своему вкусу куски мира вокруг. Это не так уж и трудно — взять все в свои руки. Только было бы желание, только были бы мотивы. Найти в чем-то смысл, на остальное хватит сил. Варианты выхода есть, почти всегда присутствуют. Выбор за тобой, нарисуем суть свою. Смысл есть всегда, и он может быть найден. Анализируй варианты, анализируй варианты. Варианты выхода есть, почти всегда присутствуют. Выбор за тобой, нарисуем суть свою. Смысл есть всегда, и он может быть найден. Анализируй варианты, анализируй варианты. Планета Земля заасфальтирована виртуальность. Ближе с вами стали, несмотря на дальние дали. Весь мир как на ладони, не выходя со спальни. В сетях социальных залипли, связь между городами. Время коротаем в компаниях тех, кого не видели. Видимо, какая разница, что нас разделяют мили. Разговоры милые, решение вопроса в онлайн-режиме. Мы все еще живы, но часть нас в HTML-кодах. Facebook, контакт, различные тематические форумы, скайпы, осечки, аккаунты повсюду оформлены. Файлообменники, торренты информации, бескрайние моря. В поисковиках найдешь что угодно со всего мира. Другое измерение вмонтировано в нашу повседневность. С именами символов сеем себя, все мы здесь. Не вырвать из контекста жизни электронные проекции. Эпидемии, инфекции, интернет в массах — позитивная реакция. От полюса до полюса, по меридианам и градусам. Глобальной паутиной стянуты просторы глобуса. Киберпространство интегрировано, мира новая деталь. Мы цифровая цивилизация, планеты виртуальность. Уже и не представляется мир без глобальной паутины. Тоннами предложений забит электронный рынок. Обновление без перерыва, байтами нейроны перерыли. Виртуальность с реальностью перпендикуляры, а не параллели. Выходи в онлайн, полетели. Путешествия по ссылкам, мультимедийные посылки городам и поселкам. Интернет почти во всем, твой верный помощник. Призван сделать жизнь проще, этот инструмент мощный. В прошлом письма по почте чернилами на бумаге. Напечатанное мигом летит в даль, никакой магии. Ширится лагерь адептов технического прогресса. Процесс виртуализации перегружает мозгом процессоры. Здесь много интересного, равнодушные останутся вряд ли. Все больше взглядов устремлены в кибердебри. Сеть крепнет, этого не замедлит. Так что добро пожаловать на вертеле виртуальности. Планету поджарило. От полюса до полюса, по меридианам и градусам. Глобальной паутиной стянуты просторы глобуса. Киберпространство интегрировано, мира новая деталь. Мы цифровая цивилизация, планеты виртуальность. От полюса до полюса, по меридианам и градусам. Глобальной паутиной стянуты просторы глобуса. Киберпространство интегрировано, мира новая деталь. Мы цифровая цивилизация, планеты виртуальность. Почти все сферы жизни этим насквозь пронизаны.
пропаганда, саморазвитие, развлечение, бизнес, научные материалы, культура высокая и низменная. Каждому в разных целях служит этот бездушный механизм. Треки записываем, изготавливаем по интернету. Здесь распространяем куплеты в формате MP3. В трипах по киберпространству находим единомышленников. От Прибалтики до Дальнего Востока наводим фир. Даже среди тех, кто ближе, среди Киева жителей, много тех, с кем чаще общаемся онлайн, чем реально видимся. Цифровая цивилизация, достижение нашей эпохи. Хорошо это или плохо, в ущерб или во благо? Полагаю, однозначного ответа нет на этот вопрос. Возможен как вред, так и польза от сети использования. Но если вмиг отключить паутине все доступа точки, буду наблюдать воочию, как планета станет обесточена. Садополюса по меридианам и градусам глобальной паутиной стянут и просторы глобуса. Киберпространство интегрировано, мира новая деталь. Мы цифровая цивилизация, планеты виртуальность. От полюса до полюса по меридианам и градусам глобальной паутиной стянут и просторы глобуса. Киберпространство интегрировано, мира новая деталь. Мы цифровая цивилизация, планеты виртуальность. Планета в пламени алгоритмов саморазрушения. Вирус Homo sapiens, колистый шарик не жалеет. Разрушенная не склеить клеем, клеит история. Ходить по тонким граням, подумайте, стоит ли. Столетия кровавых войн, война якобы святого. Культы ваших богов залиты ненависти потоками. Умы в тумане воттани, рабским страхом замотаны. Соты правил сотканы единицами для сотни. Техногенные катастрофы уродуют космосом данные. Экосферу, просторы материков и океанов перед силами вселенной. Наш дом хрупок, как керамика. Мы можем быть поранены, объем опасности бескрайний. Прогресс к лучшему в оправдании глобальным риском. Трансформация виртуальных, манипуляция на чувствах низких. Точка невозврата близко, мир накрыт угроз капюшоном. А ведь все это существует, чтобы было хорошо нам. Этот мир под угрозами, угрозы повсюду. Извне угрозы в космосе, на земле угрозы люди. Этот мир под угрозами, угрозы повсюду. Апокалиптические гипотезы о том, что же будет. Этот мир под угрозами, угрозы повсюду. Извне угрозы в космосе, на земле угрозы люди. Этот мир под угрозами, угрозы повсюду. Апокалиптические гипотезы о том, что же будет. Меня, наверное, переклинило, они повсюду. Мнимая паника, меняю искренность на грубость. Мы сами порождаем их своими же руками. Куча сомнений, тисками сжаты в подсознании. Притормози-ка лошадей, выпусти боль наружу. Здесь зона санитарная, веди себя послушно. Люди ослепли, списавши все на дело случая. Дьявол смеется, сертификат на равнодушие. Свечи погасли, узники страха замолчали. Угрозы идут по пятам, чувство печали. С причала видно то, что мечта уже отчалила. Злоба и ненависть, темные краски в сочетании. Объятия, апатии, куклы на тонкой нити. Контуры справедливости где-то внутри могилы. Под слоем пыли, справка о выписке из мира. Нами манипулируют неведомые силы. Неведомые силы. Поколение похуй. Поколение нового времени, стыка миллениума. Выращаем в эпоху становления новых реалий, которые на трупе коммунизма произрастали. К сожалению, наружу проникали элементы расклевания. Согласен, что утопии прогнила эпоха советов. В переменах много светлого, но без тьмы света нет. И так незаметно именно изнанки заняли вершины. Почему же именно они особенности времени вершили? На руинах старого не возводили конструктивного. Взамен не было предложено годных альтернатив.
тяжело дать директивы, если жил в других стандартах. Поэтому взрослым не просто было обо всем зле рассказать. В идеологические пустоты потоки далекого доселе. Эти вещи осели на модели нашего мировосприятия. Во всем этом умудрились принять разврат и насилие. Выросли в массе своей безответственной инфантилии. Они живут как хотят, им на все похуй. У каждого свои замуты и свои законы. Так тяжело принять то, что нынче стало нормой. Годы подвержены утилизации по ходу. Пока месь молоды, забить болт на здоровье. А ближе к старости пускать сопли крестовки. Зачем я здесь? Для кого это надо? Существенный вопрос, он останется тайной. По венам отрава, на теле гнойные раны. С детства привита равнодушие к чужому трауру. Проблемы осознания приходят внезапно. Начитаны, но исключительно разными травами. Все как всегда, совесть уехала к соседям. Ни капли стыда, новый девиз для поколения. Кури, бухай, смелее играй на нервах близких. Полный тухляк, менять что-либо нету смысла. Нету смысла. Нету смысла. Кто скажет, куда вас возят 2-миллилитровые машины? Смотреть паршиво поршнями и струнами. Счастье не сшить на широких белых полосах. Для поднятия тонуса поплавленные платы бонусом. Тем, у кого натренирован нос на руинах клеток мозга и киловые океаны. Берега разят перегаров, гуляют существа в угаре пьяном. По пространству странности в аэропланах на дыму марихуаны. Ведь за положняк с пацанами цапнут на парадном. Генофонд нации геноцидом веществами прохаван. Смысл их жизни нулю равен близким разочарованием. Раны тьмую пустоту выбирают вместо перспектив на будущее. К чему семья и карьера, если размутимся кущим? Если аморальные вещи прекраснее высокого и вечного, свет в глазах не блещет, как многие у порока в клещах. Размениваются по мелочам в поклонении Богу налу. При любых развалах танцы на развалинах совести и морали. В противовес тем, кто палево, с реальности пропали. А я у руля болида своей жизни, как на ралли. Формулы один пилот, и боль не залит стопками водки. Не развеять по ветру с дымом в шмале. Проверил на практике, когда разочарования рвали нервы со стали. Каждый из нас сам художник, как Сальвадор Дали. Но только своих дней цель найти суть на дне океана противоречий. Не уйти незамеченным с вечностью навстречу. Каждый вечер время подвести итоги минувшего дня. Что-то новое понять, записать выводы в память. И дальше гордо нести знамя своего я, не давая малейшего повода сломать себя. Остаюсь настоящим, если даже упал. Жизнь все равно вперед тащит динамиками. Тут правила свои, а не нужны со бумагами. Остаюсь настоящим, если даже упал. Жизнь все равно вперед тащит динамиками. Тут правила свои, нужно с бумага камень. Потрепанные кеды по асфальту этого города среди видимых индивидов. Переведи туда, где гири не водят. Подальше от толпы, где гопники. Уэмакиды среди магазинов, где только водка и вина. На голову капюшон накинут, джинсы цвет индиго. В ушах классика, а когда-то был лига. Герои нашего времени в коматозе нам вручат посмертно за мир Нобеля премию. Но я ведь болен доверием, все так же упорно делю 1-0 гений, блять. Как же дальше, кто был Кеннеди? Раньше помню, важно, чтоб среди ребят пьяным не свалиться первым. Час важнее уже курс доллара к евро. Поржать ключи поздно, рано первым. Слегка поумнели, или может быть погнались не за тем. Тупо начал сидеть или стал мудрее. Кто остался прав, покажет время. Остаюсь настоящим, если даже упал. Жизнь все равно вперед тащит динамиками. Тут правила свои, а не нужны со бумагами. Остаюсь настоящим, если даже упал. Жизнь все равно вперед тащит динамиками. Тут правила свои, не нужны со бумагами. Не
мелькают моментами на жизненной ленте водовороте событий. Когда трезвый, когда убитый, улыбки, встречи с кентусами, движение вдаль, солнце мигает, раз за разом жонглируя полюсами. Шум города иллюстрирует обычную повседневность, порой минуты как вечность, а часы как мгновение, все вокруг в движении. Выходя из социума, делаем вывод, что жизнь ради положительных эмоций. В неутомимом круговороте она меняет цвета, календарь меняет дни, дни меняют года, вперемешку с событиями, пуская корни для того, чтобы было чего посмеяться и было что вспомнить. Дни будут уходить, капли будут капать, не считая месяца, не считая даты. Солнце падает за горизонт, оставляя тень, вроде все как раньше, и рассвет подарит новый день. Остаюсь настоящим, если даже упал, жизнь все равно вперед тащит. Не намеками, тут правила свои, а не нужно со бумагами. Остаюсь настоящим, если даже упал, жизнь все равно вперед тащит. Не намеками, тут правила свои. Не ножницы, бумага, камень. Вы сами все прекрасно видите и понимаете. По ящику, по-моему, гонят лажу. Ты это слушаешь, умрешь за ужином. Узлы потуже, кому ты нужен? Мороз по коже, над головой укоршены. В карманах дыры, мое лекарство психолира. Сражение против тупого мира. Капканы времени, как молния среди безоблачного неба. Молитвы шепотом, а что потом? Штаб на свидетельство о смерти. Веночек, слезы, поиски совести на дне стакана. Скитание по лабиринту мрака. С меня довольно, и так уже давно больной на голову. Потрепанный духовным голодом, дыхание тяжело. Сколько отмерено, столько и будет. Кого на небесах, кого в аду, но непременно всех рассудят. Время всех рассудят на конвейере судеб. Уйдем все отсюда, мы уйдем все отсюда. Наугад поступки в неизвестности маршрутах. Но время всех рассудят, непременно всех рассудят. Время всех рассудят на конвейере судеб. Уйдем все отсюда, мы уйдем все отсюда. Наугад поступки в неизвестности маршрутах. Но время всех рассудят, непременно всех рассудят. Время всех рассудит, никуда очередные сутки. Суки, ваши души сухие, ваши судьбы пустые. Вы не нашли сути, в растерянности застыли. Любовь оставляете в пределах постели. Убогие стереотипы с телека стали постулатами. Без увеличительного стекла видно, вы падаешь. Жми педаль тормоз, пока еще совсем не поздно. Организм социума барахлит, но пашет на износ. Все версиями ценностей заполнен экзистенциальный вакуум. Симптоматика эпохи включает энергетику страха. Строим всех на плаху, повышенную кислотность показывает лакмус. Ремнями убитого времени прикованы тень безысходности и леницы. С порванными звеньями, точками на венах. Вся ваша свобода, правосудие времени. Ловите, вот вам. Время всех рассудят на конвейере судеб. Уйдем все отсюда, мы уйдем все отсюда. Наугад поступки в неизвестности маршрутах. Но время всех рассудят, непременно всех рассудят. Время всех рассудят на конвейере судеб. Уйдем все отсюда, мы уйдем все отсюда. Наугад поступки в неизвестности маршрутах. Но время всех рассудит, непременно всех рассудит. Ты видишь эту картину, я ее вижу тоже. И мне уже тошно от того, что я здесь не вхожий. Гореть, чтобы стать пеплом, видимо, так положено. Года, что были прожиты, время все подытожит. Скажи, кто на этой земле поистине важен? Кто-то на дежурную встречу едет в кортеже с таким же, как и он, обсудить проблемы на бирже. Или тот руку подаст, когда подойдешь ближе к обрыву, который ведет по ту сторону зеркал. Там наверху все видно, а ты здесь не замечал. Как время загоняет нас в рамки безысходности. Оно разрушит все по полкам по справедливости. Я верю, где-то там есть двери, есть пароли. И мы были рождены всегда с главной роли. Ведь я в памяти храню всех ушедших ранее. И мы уйдем, оставив после себя лишь память. Время всех рассудят на конвейере судеб. Уйдем все отсюда, мы уйдем все отсюда. Наугад поступки в неизвестности маршрутах. Но время всех рассудят, непременно всех рассудят. Время всех рассудят на конвейере судеб. Уйдем все отсюда, мы уйдем все отсюда. Наугад поступки в неизвестности маршрутах. Но время всех рассудит, непременно всех рассудит.
искажаются повсеместно. Такова правда заблуждениями, что это в плюс. Рассудки затравлены, но в итоге, как правило, обманываешь самого себя же. Даже если ложью достигнешь цели, время покажет маску бумажную, за которой беспомощность. Расстрелами реальности она будет потом разломана. Игрок удален за полы. Если его тактика, так и зло не слышу. Но счастье среди обманом запачканных слов. Ложь вложена ложками стереотипов в головы. С детства научившись обману, теперь им атакованы нокаутом в кому. Варианты, в которых по-другому. Иллюзии выгодности, иллюзии регулярно здесь кормят. Ну а ты что? Ведешься, отводя от основного взгляда. А может быть и сам рад где-то правду от себя прятать. Навязчиво искать виноватых, убегая от ответственности. Выдавать желаемое за действительность, придавая вес вот себе. В глазах таких же лицемеров. Или манипулировать друг другом, играя на доверие. Атмосфера скверная от пластиковых поглаживаний. Ложью самолюбие лижут, души лажей мажут. Фальшивостью заражены, заряжены обоймы непонимания. Фильтров реальности сужены, пределы крайние. С лицами каменными врут, что верят в то, чего нет. Плюс нечего иллюзорным установкам сказать в ответ им. Все врут, все делают вид, что не врут. Или врут, что делают вид, врут, что больше не врут. Все врут, все делают фолс, а не тру. Я не сплю и знаю весь этот бред наизусть. И все врут, все делают злом доброту. И у всех на виду эти войны в аду. И все врут, чтобы укрывать последствия вранья. Вешают лапшу на уши, банально пиздят. Все врут, все делают вид, что не врут. Или врут, что делают вид, врут, что больше не врут. Все врут, все делают фолс, а не тру. Я не сплю и знаю весь этот бред наизусть. И все врут, все делают злом доброту. И у всех на виду эти войны в аду. И все врут, чтобы укрывать последствия вранья. Вешают лапшу на уши, банально пиздят. Личного лечения от нечисти, частоты конструктивности умиляет гармония хаоса и его структурированность. Свобода гарантирована за пределами времени и пространства в трансперсональных странствиях. Физическое тело в пределах трехмерного мира потеряно в этом вашем векторе веков. Да прибудет с нами вселенского разума сила в информации, массивах неизведанности оков. Его имя не секрет, но не имеет смысла в данном контексте. Мысли не требуют песен, хоть ты тресни. Не сдавая треск, кресло с мягкими спинками. Люди гибкие, липкие, руки тянут к себе. Вопрос веры, дело вкуса, сайка иллюзии. Ну ты не в курсе, проклиная происки системы. С той ли стороны написанный шрифт на кусках нервных клеток из серо-белых пробелов. Не верим всем, они тебя просто водят за нос. Пудрят твой мозг, психологический насос. Гораздо проще, чем выглядит с первого взгляда. Много не мало, мало не будет, но много не надо нам. Но много не надо нам. Даже дом.
мы так или иначе принадлежим структурам, зависимы от инструкций социума и институтов. Полная свобода наступит, возможно, после смерти. В мясорубке общества индивидуальность меркнет. Законодательство, церковь, политтехнологии, медиа. На жизненное пространство метят, раскидывают сети. Бизнес-сектор определяет вектора существования. Товары, услуги, деятельность, которой массы заняты, скованы цифрами и ценами, соотношениями процентными, что поддерживает аппарат рабства в целостности. Вверх по карьерной лестнице массам благая миссия, плантация эксплуатации знаний и умений, высший замысел. Вот он смысл жизни, твоя ценность, твоей пользе, качество которой выгод при росте измеряется после удовлетворения запроса во имя всеобщего блага, за что доступом к каким-то благам тебя поблагодарят. Все мы являемся рабами систематизированных структур. Все мы зажаты в разных механизмах, мощные руки. Всех нас в шестеренках мясорубок по кругам крутит. Абсолютная свобода, как нечто при жизни недоступное. Все мы являемся рабами систематизированных структур. Все мы зажаты в разных механизмах, мощные руки. Всех нас в шестеренках мясорубок по кругам крутит. Абсолютная свобода, как нечто при жизни недоступное. Жизненного времени трата на какие-то занятия, за символы по бартеру, принятые за инструмент расчета для удовлетворения запроса, что продолжает круговорот механизма, засасывая в его воронку. Управляющий или подчиненный структурности подчинен, от нее не оторван при любом уровне автономии. Хронометр истории не помнит чего-либо иного, ведь адаптация к условиям одна из жизни основ. Человеческий социум лишь один из элементов вселенной, а значит, эта система зависит от систем мироздания. Также и все мы с вами сами являемся системами. По механизму взаимодействия систем все рассеяно. Уходя из одной системы, попадаешь в другую. Вопрос в том, хочешь быть интегрированным в какую, а с какой не хочешь быть связан или быть связан минимум. Это и есть построение линий жизненного пространства. Все мы являемся рабами систематизированных структур. Все мы зажаты в разных механизмах, мощные руки. Всех нас в шестеренках мясорубок по кругам крутит. Абсолютная свобода, как нечто при жизни недоступное. Все мы являемся рабами систематизированных структур. Все мы зажаты в разных механизмах, мощные руки. Всех нас в шестеренках мясорубок по кругам крутит. Абсолютная свобода, как нечто при жизни недоступное. Это вселенная, одна огромная тайна, тайна, состоящая из неимоверного количества тайн. Идеальные закономерности мироздания, случайны ли? Пока много ответов не найдено, все сущее пронизано тайна. Тебе и во мне тайны, тикает таймер, пока кровь по венам перекачивают сердце камеры. Органы чувств, сканеры анализируют послания, шлют сигналы электроволнами в мозг и ткани. Время доставки моментально, замысел идеальное, устройство продумано до мельчайших деталей. Откуда нам это дали и какой в этом вложен смысл? Совпадение, случайность или же идея высшая? Элементов сложные вышивки, вариации миллиарды. Что-то заставило в космосе гореть звезд гирлянды. Энергия большой лампы дает возможности планете для содержания нас со всеми нашими секретами, скрытыми во всем и каждом однажды существовавшем. При любых раскладах мы эксклюзив продакшн. Интересно, что же дальше, кто нажал кнопку старт, запустил движение, вложив столько тайн. Это вселенная, одна огромная тайна, тайна, состоящая из неимоверного количества тайн. Идеальные закономерности мироздания, случайны ли? Пока много ответов не найдено, все сущее пронизано тайнами. Оперирование огромными массами данных, информация в нейронные сети биокомпьютера вдавлена. В бессознательного дали записано труднодоступное, но влияющее на нас все время, пока тут мы. На жизни маршрутах мы детали механизма социума поглощаем, перерабатываем его закономерности, порции опций и действий с ними в неразрывной связи. Отточенность алгоритмов взаимодействий, фантастика личности созданы социумом, социум создан личностями. Но кем эти закономерности для нас высчитаны, кем были вложены первоначально начальные программы, материал для развития, в то, чем мы есть, кем был дан. Кто взрывает большие взрывы, какова их урожайность, сколько доступными пониманию окажутся тайн. Извечное построение предположений, гипотез, так для чего же все это попросту есть? Это вселенная, одна огромная тайна, тайна, состоящая из неимоверного количества тайн. Идеальные закономерности мироздания,
страдания случайны ли? Пока много ответов не найдены, все сущее пронизано тайной. И все-таки играет ли кто-то со вселенной в кости? И все-таки одиноки ли мы в необъятном космосе? Или разума росписи разбросаны более масштабно? Отражающая психика представлена не слабо. В этой вселенной, в которой мы существуем, уверен, что не впустую, ведь вряд ли впустую что-то такую сложность разнообразие рисует. Эти тайны интересуют, интересуют, в чем же суть? Эта вселенная одна огромная тайна, тайна, состоящая из неимоверного количества тайн. Идеальная закономерность и мироздание случайны ли? Пока много ответов не найдено, все сущее пронизано тайнами. Эта вселенная одна огромная тайна, тайна, состоящая из неимоверного количества тайн. Идеальная закономерность и мироздание случайны ли? Пока много ответов не найдено, все сущее пронизано тайнами.